господа, добро пожаловать на борт самолета авиакомпании «Аэрофлот Российские авиалинии», участника международного альянса SkyTeam. Ваша безопасность и комфорт – основные приоритеты нашей авиакомпании. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами безопасности и аварийно-спасательным оборудованием нашего самолета. Ваша ручная кладь должна быть размещена на багажной полке или под сиденьем впереди стоящего кресла. Пожалуйста, не размещайте ручную кладь у аварийных выходов и в проходах. Все электронные устройства должны быть выключены на время руления, взлета и посадки самолета. Просим вас воздержаться от курения на протяжении всего полета. Туалетные комнаты оборудованы детекторами дыма и сигнализацией. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выбрасываются автоматически из верхних панелей. Потяните маску на себя, плотно прижмите маску к носу и рту, закрепите ее. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте маской сначала себя, затем ребенка. Наш самолет имеет 10 аварийных выходов. Каждый выход обозначен световым табло. Обратите внимание на ближайший к вам выход. Он может быть расположен как впереди, так и позади вас. Светящиеся дорожки вдоль проходов указывают направление к выходам. Все выходы оборудованы автоматически надуваемыми трапами. На случай вынужденной посадки на воду, трапы передних и хвостовых выходов могут использоваться в качестве спасательных платов. Ваш спасательный жилет находится в центральном подлокотнике или под сиденьем вашего кресла. По указанию экипажа достаньте жилет из упаковки и наденьте через голову. Оберните тесьму вокруг талии, застегните впереди под жилетом и туго затяните. При покидании самолета надуйте жилет у выхода, дернув за красные колпачки. Поддуть жилет можно через клапаны. В жилете имеется сигнальная лампочка, которая зажигается в воде. Для младенцев на борту нашего самолета имеются детские спасательные жилеты и люльки. В случае аварийной посадки примите одну из рекомендуемых поз безопасности. Обратите внимание на безопасную позу для пассажира с младенцем. Ремни безопасности должны быть застегнуты после включения табло «Застегните ремни». Вставьте металлический наконечник в пряжку, туго затяните ремень. Чтобы отстегнуть ремень, поднимите крышку замка. Ремень безопасности для младенца мы предложим индивидуально. Рекомендуем вам оставлять ремни застегнутыми в течение всего полета. Обращаем ваше внимание, что на время взлета и посадки спинка вашего кресла должна быть в вертикальном положении, столик убран, ремни безопасности застегнуты. Дополнительной информацией вы можете ознакомиться в инструкции по безопасности. Спасибо за внимание. Благодарим вас за выбор авиакомпании «Аэрофлот». Желаем вам приятного полета. Ну, Камин, Аэрофлот 2317. Доброе утро. 2317, доброе утро. 2317, 32, дорогу с Виктор, Папа, Браво, Виски, Майк. Рассчитываем прибытие 4 часа 40 минут. Замечания будут по кабине проводников и у нас тоже. Замечания по пилоткой CHF3 проблема. И детская коляска полка.
2.13, информация о компонентах начинается 21.40 минут. Ожидаем ЕСЕС, номер 3, салон 3. ДС-21, скажите, пожалуйста. Thank you.